Устали от накопившихся проблем и неустроенности, прошли уже все инстанции, так и не получив должного внимания. Последняя надежда – прямое обращение к губернатору. Николай Алексеевич, участник Великой Отечественной войны, на приеме с личным вопросом. У меня жена лежит 3 года, не ходит, голова отключена, не говорит, не слушает. Она не может, не реагирует уже. Ну, понятно, вот. Да, болеет. Лечить ничем нельзя. Оплачивать сиделку 88 лет ему сложно. Ежемесячно за эту услугу отдает 20 тысяч рублей. Его обращение звучит просто – помочь с оплатой. Есть социальные работники, которые обслуживают население. В данном случае Николай Алексеевич проживает с супругой в Октябрьском районе. Мы уже уточнили возможности. И с министром я переговорил. Есть Николай Алексеевич, да? Решение, да, решение в любом случае будет. Задают не только частные, но и общественно значимые вопросы. У Сергея Лощинина просьба помочь благоустроить поселок Рекин, который находится на окраине заводского района, убрать мусор и установить детские площадки. Представители власти замечают, субботники на Крекинге проводят часто, но жители такие мероприятия старательно игнорируют. Районная администрация отреагировала, достаточно много КАМАЗов мусора вывезла, справки там имеются в ответах. Но что касается и этих... Сейчас изолировала, я думаю, что я тоже беру, возьму на контроль вот этот вывоз мусора. Это 7-минутные дела, которые нужно делать сегодня, завтра, послезавтра. Губернатор отмечает, работать в заводском районе еще есть над чем, но не замечать положительных изменений, которые произошли в последнее время, невозможно. В заводском районе на ярмарке, там пятачок заасфальтированное место, как оно правильно? Пензенское Томское, да? Я вот, там очень много жителей пришло, они вот тоже по тротуарам говорили, еще два ряда вопросов. Ну, в целом, говорит, мы видим, что делают. Видим, что власть делает городская. Все обращения Валерий Радаев внимательно рассматривает и дает соответствующее поручение руководству профильных министерств. В скором времени вопросы жителей будут решены. Влада Черняева, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.